Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 7 октября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо. Морозы наступят не скоро. Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу не выпало, оттепель его сгонит. Юго-восточный ветер при низменном атмосферном давлении. Осадков не будет как минимум несколько дней. А какая же погода ждет нас завтра, 7 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Чурос-гора Холмогорского района Архангельской области воздух прогреется до 12 градусов. За окном будет солнечно и сухо. Только вот послезавтра придет пасмурная погода. В деревне Конь-гора Усть-Кубинского района Вологодской области плюс 10. Не шибко тепло, да еще и пасмурно. Не забывайте, что уже самое время для шапок, перчаток и шарфов. В поселке Моисеева гора Карачевского района Брянской области плюс 10 градусов. Ясная погода простоит до конца недели. Успевайте насладиться осенью. В деревне Змеева гора Батецкого района Новгородской области плюс 11. Еще на протяжении 2 дней будет стоять прекрасная погода, а после придут дожди. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.